Два года назад бренд Smart отдали совместному предприятию концерна Daimler и холдинга Geely. Впереди марку ждет большая трансформация, а первым намеком на будущие модели стал электрический кроссовер под незамысловатым именем «Номер один». Это весьма крупная пятидверка, по формату напоминающая паркетник Mini Countryman. Притом новинка интересна именно распределением ролей. За стиль отвечает немецкая сторона, а за технику — китайская. Скорее всего, в основу будущего смарта ляжет свежая электрическая платформа, разработанная компанией Geely. А вот еще концепт. Притом BMW iVision Secula, то есть кольцевой, баварцы анонсировали иллюстрацией «Горы мусора». Разгадка оказалась проста. Марка продвигает экономику замкнутого цикла, когда для выпуска автомобилей используются строго возобновляемые ресурсы. В современных BMW из вторичного и возобновляемого сырья исполнены 30% деталей, а в перспективе долю можно и нужно довести до половины. А концепт вообще на 100% выполнен из экологичных материалов. В общем, зеленее некуда, но факт того, что циркуляр никогда не станет серийным, вызывает радость, а не разочарование. Ну правда, горбатая капсула смотрится несуразно, а растянутые ноздри, псевдорешетки радиатора и гипертрофированный изгиб Хофмайстера выглядят насмешкой над классическими приметами баварского дизайна. Тем временем BMW будет продвигать циркулярный дизайн. Его реперными точками объявлены переосмысление мобильности, сокращение вредных выбросов, повторное использование и вторичная переработка. Вообще, вышеупомянутое переосмысление мобильности – тема чрезвычайно модная. Поэтому вторым концептом BMW оказался электрический велосипед, что именуется смешным словом «педелек». Pedal Electric Cycle. В европейские языки новое словечко уже вошло, причем западные славяне так и читают – «педелец». В русском название вряд ли приживется, хотя за ним скрывается серьезная техника. Скажем, в Германии для езды на полной скорости нужны страховка и права. Транспортное средство может по GPS определять максимальную скорость. Едешь по велодорожке – держи ограничение 25 км в час. Обычные дороги – тогда максимум повышается до 45 км в час. А на монополосной дороге можно дать аж 60.